Артем Овсев до сих пор очень волнует ситуация на Украине. Каждый внимательно следит за событиями, сопереживает и поддерживает украинцев. Артемовский городской округ всегда был и остается готовым, чтобы прийти на помощь беженцам. Ведь помощь и поддержка необходима каждому. Так, на сегодня в Свердловской области находится 3727 украинских беженцев, 521 человек в пунктах временного размещения. Они расположены в Нижнем Тагиле, Ревде, Березовском, Первоуральске, Верхней Пишме, Сухом Лагу, Реже. Эти данные были озвучены на заседании комиссии по координации деятельности и мониторингу социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. Заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин отметил, что пункт временного размещения в Каменске-Уральском прекратил свою деятельность. Люди трудоустроены, причем руководители предприятий нашли возможность арендовать жилье для переселенцев. Те 15 человек, кто пока не трудоустроился, не решил свои вопросы текущего характера, они переселены в другое учебное заведение, в общежитие. Я с несколькими из них встречался. Работа с ними продолжается. Каменск-Уральский в перспективе будет еще принимать прибывших граждан Украины. А там ведь было 100 человек в пункте? Там непосредственно в пункте было 100 человек. И еще 52 человека, которые, так скажем, были впрямую завязаны на работу пункта временного размещения, но находились у друзей, знакомых, родственников. Вице-премьер напомнил, что губернатор дал поручение закрепить за пунктами временного размещения на постоянной основе членов правительства. Губернатор, во-первых, сам посещает пункты временного размещения, вот, подробно остановился на работе Березовского ПВР, обошел сам все, с жителями встретился и дал распоряжение на постоянной основе закрепить членов правительства, в первую очередь высшего звена, за пунктами временного размещения, чтобы встречались с жителями, знали проблемы, при необходимости оказывали содействие в их решении, чтобы оперативно, быстро и эффективно решались вопросы, которые появляются изо дня в день. Уже завтра на Средний Урал ожидается прибытие по железной дороге 178 украинских переселенцев. Еще через день самолетом могут быть доставлены 120 человек. Для их пребывания созданы необходимые условия. При этом задача трудоустройства граждан Украины одна из важнейших. По информации директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, 25 человек трудоустроено при поддержке службы занятости. Самостоятельно нашли работу, по нашим данным, самостоятельно, да, я подчеркиваю, значит, порядка, наверное, человек 150 уже. И надо сказать, что здесь еще накладываются данные УФМС, то есть порядка 500 патентов и чуть больше разрешений на работу, сейчас точную цифру не помню. То есть этот процесс идет, задействованы все каналы здесь, то есть задействованы разрешения на работу, задействованы получение статуса временного убежища, и география у нас, кстати, самая широкая, то есть у нас идет от Серов, это крайняя северная у нас точка, собственно говоря, вот до Каменска-Уральска мы везде людей трудоустраиваем. Трудно зачастую беженцам переломить сознание, то, что действительно они, ну, это закономерная ситуация, они приехали сюда, они оставили все там, и, конечно, много времени уделяется психологической поддержке и адаптации, то есть мы ведем очень такую скрупулезную работу, буквально штучную с гражданами, наши психологи выезжают туда, здесь важна профориентация их людей, информирование по рынку труда, конечно, они приезжают сюда, не зная нашу ни географию, ни нашу экономическую географию, и поэтому, когда с ними общаешься по возможности трудоустройства, они начинают раскрываться, задавать нормальные вопросы. Здесь уже мы для каждого можем такую индивидуальную стратегию выстроить. И давайте еще напомним насчет квот. Есть ли квоты для украинских переселенцев? Значит, никаких квот для них нету, они имеют право работать исключительно по статусу временного убежища. Разрешения на работу здесь не требуется. Хотя по результатам прошлых квотных кампаний, то есть порядка вот этих вот 500, но теперь уже меньше мест сохраняется для них. То есть, еще раз повторю, любой путь трудоустройства возможен. По его словам, особо востребованы специальности, связанные с металлообработкой. На Урале нужны строители, медицинский персонал, воспитатели в детские сады. Конечно, нам нужны металлисты, нам нужны строители, нам нужны специальности, связанные с металлообработкой, нам нужны сотрудники, которые в социальной сфере, это медицинский персонал, это воспитатели в детских садах, но вот по поводу медиков –
и воспитателей, наверное, вопросов не будет. То есть женщины очень заинтересованы в этом, из числа беженцев. А по мужчинам в основном у нас идут строители и шахтеры. Но здесь можно работать. Ведь смотрите, какая сейчас ситуация. Если люди у нас выходят через временное убежище, в конечном итоге на программу поддержки переселенцев на гражданство, мы можем их уже, как наших российских граждан без работы, переобучать на востребованные специальности. То есть это программа, госпрограмма работает, она 100% профинансирована областным правительством, так что, я думаю, здесь проблем не будет. Он также отметил, что переселенцам важно как можно быстрее определяться со статусом и рекомендовал оформление временного убежища.